Привет всем! Это наш второй день на Фиджи. И мы находимся на острове, который называется South Sea Island на Фиджи. Он такой маленький, что мы просто никогда в жизни не были на таком острове маленьком, где ты можешь просто дойти за пару минут с одного, с одной стороны земли до другой стороны земли. Я решила показать. Начинаем. Это я показываю сейчас, что это реально остров. Океан, корабли, вот это вот люди. Вот, и мы, короче, начинаем бежать. Вот тут мы начинаем. Вот, океан идет, океан. Раз, и мы пошли. Считаем, сколько шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я бегу на другую сторону земли. 8, 9, 10. Пока я пробегаю на середине острова, тут кто-то находится. Привет! Муна вакалеку. Да, вакалеку. Тут, короче, какой-то русо-туристо. Мы, короче, добегаем дальше. Осталось еще где-то 20 шагов. И мы уже почти на другой стороне земли. Все, осталось последние 10 шагов. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1. И это другая сторона. Вот такой маленький остров.